Индивидуальный пошив выпускного наряда – это не всегда воплощение безудержной фантазии юной модницы. Скорее, это возможность перенять с подиумов и красных дорожек самые свежие тренды и притворить их в жизнь в самом комфортном и практичном решении. Сегодня своими идеями с нами делятся будущие выпускницы и художник-модельер Галина Сизова. Сегодняшняя мода, где приветствуется легкая небрежность, она, конечно же, отражается и на выпускном наряде. Платье выполнено из дорогих тканей, из натуральных тканей, потому что в них должно быть в первую очередь комфортно. Но вот эта легкая небрежность проявляется в аксессуарах, украшениях, небрежной укладке волос. Если раньше приветствовались такие образы принцесс, то сегодняшним веяниям моды соответствуют более лаконичные платья. Если сочетание пышной юбки, то не с корсетом желательно, а с коротким топом. Если делаем акцент, то акцент в основном на спинку. То есть выпускница 2017 очень лаконичная, изящная, и образ не перегружен деталями. Пару лет назад модельеры и выпускницы увлекались нарядами-трансформерами, отдельные элементы которых можно было носить и в праздники, и в будни. В нынешнем сезоне идея практичности все так же актуальна. Например, юбку-пачку впоследствии можно носить со свитшотом, а топ – с брюками. Сегодня очень актуальна такая тенденция, как длина юбки миди. Но далеко не каждой выпускнице подойдет именно такая длина. Альтернативой может послужить платье мини. Такие силуэты, как баллон, пачка и всеми любимый образ бэби-долл, который актуален как для маленьких выпускниц, так и для взрослых девушек. Платье бэби-долл вошло в моду в начале 50-х годов, и оно абсолютно понятно как взрослому поколению, так и современным выпускницам. Что касаемо цвета, то в тренде пастельная гамма, светлые оттенки, розовый, голубой, пудровый. Но классику черного и белого никто, конечно же, не отменял. Чтобы платье не выглядело сильно траурно, либо же выпускница не была как невеста. Поэтому для Вики мы предложили черное платье с очень объемной юбкой, что актуально как для торжественного случая, так и для повседневной жизни. Она может надевать как с туфлями, так и с кроссовками. В последнее время выпускницы очень часто выбирают асимметричные платья. Такое платье мы выбрали для Леры, которое выполнили из нежного шелка розового цвета. Эта асимметрия придает образу изящность. Образ получился очень нежный и трогательный. Выпускное платье – это больше, чем просто вечерний наряд. Именно поэтому оно не должно быть случайным. Его стоит выбирать долго и тщательно, и, отбросив все лишнее, остановиться на единственном правильном варианте.